I'ma blow up. Yeah. Всем привет, дорогие друзья! А вы хоть раз находили на королевской битве снайперскую винтовку АИК-308 в стапе с пистолетом Sig Sauer? Мне вот подвернулась такая удача. Я вообще не планировал записывать эту катку, но после того, как я нашел данные стволы, я подумал, что это наиредчайший случай, и вам будет интересно взглянуть на это. Но перед этим я хочу провести розыгрыш на один доступ к абсолютной власти. Все, что от вас потребуется, это подписаться на канал Игровой Покемон, поставить лайк этому ролику и оставить комментарий, связанный с этим роликом. На канале Покемона, кстати, вы можете увидеть реакцию на донаты Warface. Также он снимает видео на различные тематики, будь это фрагмувики или же обычное разговорное видео. Итоги розыгрыша вы найдете 4 числа в моем паблике ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю в описании. Так, я уже тут нашел себе дробовик. Вот, это, короче, автоматический дробовик МС-55 или 550, как-то так он называется, не помню. Но я его спрятал, ну, потому что мало ли там со мной сейчас кто-то встретится, тоже без оружия. Побежит на меня с ножом, а я тут хобана, и дробовик ему в лицо просто суну. Залезть не могу, блин. Вот у меня никогда не получается залезть с первого раза. Опа, вот и пистолетик, собственно. Sig Sauer, неплохо, неплохо. Ну, хз, хз, как он себя покажет. А вон я уже вижу первую нашу цель, на которой я буду испытывать, собственно, этот пистолетик. Ага, я понял. Я мастер-снайпер у мамы. Так, а чё он? Не будет возвращаться? Опа. Так, один уехал. Теперь мне интересен вот этот вот. Да стой ты. Во, нормально. Так, 13 патронов у меня осталось. Сейчас попробуем облутать этого пацана. Чё у него? Где его? Ай, ладно, хрен с ним. Не нашел я его ствол, короче говоря. Никого вроде поблизости нету. Тут еще вот этот вот чувак, первый, который, он зарултал аирдроп и почему-то убегал. Там, похоже, что-то ценное. Да, он оставил тут свой дробовик. Что же из ценного он там нашел? Мне вот интересно. Так, вроде поблизости никого. Так, где этот труп? А, ты что, не заметил? Мимо него пробежал. Опачки. АИК подъехал. АИК плюс Sig Sauer. Ну это прям, знаете, такая отсылочка на победу, на топ-1. Пацаны, ну кажется это топ. Сейчас будет топчик, проверяйте. Но это не точно, главное не залажать. Ладно, короче, сейчас будем маленечко тактиковать, потому что я не хочу сейчас особо в бой сразу кидаться. Потому что не хочу просирать такой лутецкий. Ну, назовем это так. Блин, я не знаю, вот, кстати, многие мне говорили по поводу того, что я прыгаю там часто, как сайгак, и т.д. и т.п. Ну, ребят, давайте уж будем откровенны. В этом режиме нужно всегда находиться в движении, потому что здесь каждый экономит патроны, вот. И нужно всегда находиться в движении, потому что тебе может прилететь хедшот. Просто тупо ваншот с другой стороны карты, да неважно откуда. Вот, но, вон, вижу пацана. Так. Как не попал? Лол. Я не понял, как я не попал, ну ладно. У меня осталось 4 патрона на АИКсе и осталось 3 живых. В принципе, каждому по патрону мне должно хватить. А, не хватит, походу, такими темпами. Так, уже 4 убийства. Ну, чё, 2 человека осталось. Где вы есть? Зона уже тут поджимает меня. Так, ладно, короче, будем смещаться в сторону мотеля потихоньку. Ну, чё? Даже никто не стреляет. Они даже до сих пор друг друга не нашли. Ну вот в этом секторе чисто. Так, вон, вижу. Блин, не убивай. Спасибо. Так, и, короче говоря, у меня 0 патронов. Ой, я слышу его. Он тут слева. Так, всё. Ну это изи, ребята, ну рили, просто изи-пизи, лемон-сквизи. Вот, я не знаю, кстати, вот находил ли кто-либо такой же подобный сетап? Может быть, кто-то находил сетап поинтереснее. Напишите в комментариях, какие вы сетапы оружия собирали. То есть, основной ствол плюс пистолет. Ну, мне интересно просто, насколько задоначенные вы играли в этом режиме. Вот, мне будет интересно почитать. Огромное вам, ребят, спасибо всем за просмотр. Вот, я надеюсь, вам этот ролик понравился. Вот такое случается реально 1 на 1 000 000. Вот, может быть там, ну, может быть почаще, но хз, хз. Я вот, допустим, подобных роликов на ютубе не видел. Вот, еще раз огромное вам всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи и давайте, пока-пока. А, еще, пока не забыл. Советую также подписаться на канал Топ G. У него на канале вы найдете смешной монтаж, смешные моменты из Warface и не только. Также он частенько стримит. Подписывайтесь, там бывает весело.